Ульяновский автозавод давно взял за правило выпускать юбилейные версии своих внедорожников. Вот, например, специальное исполнение 5-летней давности. Белая крыша, черные рамки окон. Конечно, аналог должен был появиться и в нынешнем году, ведь 15 декабря завод отметит полувековой юбилей с момента выпуска первого УАЗа-469. Однако год выдался особенным вдвойне. Еще в сентябре мы рассказывали, что Ульяновский автозавод продает упрощенные версии «Хантера» из старого грузового ряда, так официально называют буханки и головастики. У них нет АБС, экологический класс двигателя ЗМЗ-409 невнятен, но формально это не классифицированный Евро-0, а пятиступенчатая механическая коробка передач — китайская от БАИК. По иронии судьбы, именно такой оказалась и юбилейная машина. В пресс-релизе она уважительно названа УАЗом-469, но такой индекс не используется уже 10 лет, и понятно, что отраслевой номер будет таким же, как у модели Hunter — 315195. От серийного же «Хантера» юбилейная версия отличается окраской «Раптор» и откидным задним бортом, как у классических козликов. В комплект входит мягкий тент с дугами, который можно установить вместо жесткой крыши. Обивка потолка черная, сиденья обиты эко-кожей, причем передние с подогревом. У экспедиционных «Хантеров» позаимствованы зубастые шины BF Goodrich, силовые бамперы, кенгурятник, защита моторного отсека, дополнительные подножки, штатная лебедка и шноркель. УАЗ не уточняет, сколько экземпляров изготовит, но первые 10 уже вручены клиентам. Интересно, что автомобили завод продает напрямую, минуя дилеров. Заказать внедорожник без наценки можно на специальном сайте, даже выбрав порядковый номер машины, который укажут на хромированном шильдике в салоне. Для тех, кто решит приобрести автомобиль непосредственно в Ульяновске, организуют персональную экскурсию на производство и в фирменный музей. АвтоВАЗ готовит партию из 30 рестайлинговых автомобилей «Лада Веста» для футбольного клуба «Зенит» в рамках партнерства с российской премьер-лигой. Судя по всему, это будут машины из Ижевского задела. А вот по будущим «Вестам» тольяттинской сборки появились новые подробности. Так, паблик «Автоград Ньюс» публикует слайд, показанный на заводском конкурсе «Конвейер решений». Из него следует, что «Веста» получит антиблокировочную систему китайской фирмы «Кессенс». Это будет уже вторая китайская АБС на ВАЗе. Летом завод собрал 1800 «Ларгусов» с системами «Тринова». К слову, у этого же производителя закупается Ульяновский автозавод. А в будущем «АвтоВАЗ» рассчитывает на локализацию компонентов при помощи института НАМИ и фирмы «Ителма».